27 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. Особенно важный и ответственный период в жизни каждого ребенка, в котором формируется личность и закладываются основы здоровья, дошкольный период. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. А тех, кто сопровождает малышей на ранней стадии обучения, расскажет Александра Литкова. За парами строимся. Дима, ой, Гена. Построить парами 20 детей и уследить за каждым – не самая простая задача. Терпение, мудрость и внимание, пожалуй, это основные качества, которыми должен обладать воспитатель детского сада. Айсель Джафарова в профессии второй год. Как-то с детства все тянет к детям, все всегда нянчилась со своими братиками, сестрами. Ну и поняла, что это мое. Ну, бывают сложные дети, с которыми непросто найти общий язык, но справляемся как-то. Спасибо методистам нашим, помогают во всем. Для Инны Слотиной этот выпуск детей будет четвертым. За 16 лет работы воспитатель ни разу не пожалела о выбранной профессии. Говорит, случайных людей среди педагогов быть не может. Главное – любить свою профессию. Это самое главное, да, и каждый из нас, как родитель, да, знает, что каждому ребенку нужен индивидуальный подход, да, так и в нашей профессии то же самое. Надо любить детишек, как своих, и я думаю, вот и весь секрет. Свой профессиональный праздник работники дошкольного образования чаще всего проводят на работе, где с самого утра получают поздравления от малышей. Сегодня день воспитателей. Мы поздравляем всех воспитателей. Желаем, чтобы они были всегда красивы и также заботились о нас. Роль воспитателя в детском саду трудно переоценить. Можно сказать, что эта профессия сочетает в себе несколько других, например, организатор или психолог. Ура! Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».